Ну, чесно кажучи, набагато більше ми чекали від самої якості футболу цих команд. Давайте подивимося момент для того, щоб все-таки зрозуміти, як відбувалися події, як вони поступово відбувалися на футбольному полі. В принципі, Динамо дуже впевнено почало, але перший момент створили якраз футболісти Дніпропетровського Дніпра. Бачите, подача на 14-й хвилині, колись Ротань забивав такі голи. Навіть один раз Саша він вигравав гол року, правда? Да, Горяєв він тоді закинув за Кам'янець, але тут Шовковський все-таки зумів відбити цей удар. Ну і от гол на 19-й хвилині в цій ситуації. Едуарде, от ви говорили про те, що все-таки захисники тут помилилися більше? Ну, звісно, по-перше, дали пробити, ну, безпрепятно. А во-вторых, Ярмоленко знаходився на одній лінії защитник. Но почему-то, когда добивал Ярмоленко, он был на полтора метра, грубо говоря, сзади. И позицию проиграл. Просто проспал. А воротар? Ну, действие вратаря. Ну, мог, конечно, мог получше отбить. Мое мнение, мог вообще поймать его. Почему-то он... Не знаю, как поймать, но поудачливее отбить мог. Там бег, вверх. Ну, конечно, не можно відбивати перед собой. Взагалі просто не можно. Поэтому мы говорим, что его ошибка тоже есть. У 29-я хвилина момент Матеуса. Вот тоже подарок можно было использовать. Он не ожидал. К сожалению, да, он был не готов. Бачите, удар Віди так само за меж штрафного майданчика дуже хороший. В принципі, знаєте, таких розіграних гольових моментів було небагато, правда, Шолежа? Ну, їх не було, був просто пресинг зі сторони Динамоців, Дніпро казався не готов. Да. Ну і тут дитяча помилка, тут, знаєте, збіг обставин, але при тому всьому я вам хочу сказати, що Олег Гусів, він побіг туди, правда? Те, що від них вимагалося в цьому матчі. Осознанно, він ждав цієї ошибки. Він спровоцировав ось цей пас Чигиринського на Папу, він знав, що буде така передача, тому взяв таку дистанцію, щоб пішов цей пас. І як тільки пішов пас, він одразу включився і заставив ошибитися. Момент, як нападник, який багато разів виходив сам на сам, Олеже. Ну я знаю точно, хто б тут забив, але в цій ситуації... Леоненко, напевно. Ти можеш думати, як хочеш. В этой ситуации немножко он остановился, сблизился, хотя направлял, но не повезло, там чисто не повезло. Тут у вас были дуже великі суперечки. Наскажу, Венлинский наполягав на том, что треба было бити на силу. Эдуард сказал, что правильно робив Зозуля. Ну, все-таки давайте, сидите. Ну, мое мнение в том, что он все делал правильно, но просто не попал в ворота. Ну, просто не забил. Не самое забил, главное. Да. Ключевой момент, решение он принял. Это вообще ключевой момент всего матча. Забей он там, и совсем по-другому бы развивались события. Ну, и вот момент. Останови тоже хорошо. И шансов у Чигиринского даже выручить этот момент не было. Теодорчик тоже. Прими этот мяч поближе. При всех забивай. Моментах мы повинні визнати, и это будет справедливо, что Динамо моментов было больше. Якісніших моментов было больше. Правильно, Шолежа? Больше было и левых моментов и выглядели получше, особенности в первом тайме. Потом уже играли по результату, и Днепр во втором тайме немножко встряхнулся, но вот если бы забил Зазуля, интересно... Самое главное, чтобы было меньше ошибок у Динамо. Ми сьогодні аналізували статистику разом з вами, правда ж? Да. Ніби зовсім трохи, але там трохи, там трохи, там трохи, і Динамо виглядало краще. Да, со всіх маленьких, вроді би, каких-то там більш-менш статистичних даних, в итоге вийшла победа уверенная. А это очень сильно по чуть-чуть влияет на результат. Вот если мы посмотрим и единоборство, и отбор, везде Динамо превосходит соперника. Самое главное, наверное, вот статистика 16,9 перехваты на чужой половине поля. Это на 7 голевых моментов получается больше у Динамо. То есть тобто они перехватывали... Оцей ключевой рядок, перекопки на чужой половине поля, это показывает про то, что Динамо играло... Один из самых. Да, это пока то, что Динамо прессинговало. И вот эти перехваты, они говорят о том, что Динамо вышло с тем, чтобы прессинговать. И перехват на чужой половине поля – это уже атака, потенциально опасная. И поэтому это сразу бросается. С другого боку, в принципе, на початку поединку выглядел агрессивнейший, как раз Днепро. Можливо, не в игровой манере. Але чому? От мені було незрозуміло, тому що, в принципі, якщо бути відвертим, то Мато заробив на червону картку там, на хвилині 15-25, правда? Да. Чому так сталося? От як пояснити? Тобто це, як пояснити взагалі таку агресію? Це переналаштувалося, злилися від того, що нічого не виходить? Ну дуже агресивно. Чому так було, Олеже? Та ні, там ще був нічийний результат, тому сказати, що нічого не виходило, від цього почали грубити і фалити. Ну от подивіться, це жовта картка перша. Має бути чиста жовта картка. До этого... Должна бути, да. Локти, а може навіть і пряма червона? Тому що ми пам'ятаємо моменти, коли робилося, коли це все робилося. Ну, є ще манера ігроків, є такі люди, які так грають. Я не думаю, що в іншій ситуації він би по-другому сыграл, і не з Динамо, а з любой другої команди. Ось тут Ахиллы він проверив дуже добре. Дуже, як би, він давав зрозуміти, що да, настроєн агресивно. Ну, я думаю, там немножко... Но відмашка. Ми знаємо, хто... Ну, це манера ігри, я так розумію. Ми знаємо, хто тренер.
Ну от вам друга жовта картка і все. І на тому все закінчується. Що, Олеже, ви хотіли прозвати про Ізерського? Це тренер защиті. Трошки м'ятик, трошки. Сразу сказали, що треба з Андрієм поплотніше зіграти, пожорстче. Він першого, кого біл, так віду. Це вже третя жовта картка, яка має бути. Ну, здесь откровенная грубость. Вот здесь это, конечно... Это вторая жовта жилета. Это умышленно. Видно, що він умышленно локтем играет. І от на 22-й хвилині я просто не можу зрозуміти, чому футболісти, ну, знаєте, якби, наскільки я розумію, що люди агресують, коли не відчувають впевненість, знаєте, в якихось таких ігрових компонентах. Буває ж таке? Ну, буває від безвихідності, а буває, типу, показати, хто тут хазяїн. Ну, тут таке діло. Ну, не можна сказати, що він прекрасно розумів, Матос, що в першому пропущеному м'ячі була його вина. Тому він немножко потерявся, як говориться, десь почав суетитися, от нарушати, фалити таким образом. Показано те, що більше такого не повториться, спуску він не дасть футболістам. Тобто не в то русло він направив свою гру. Треба було не в агресію направити, а направити на атакуючі дії. Просто то потім перейшло на інші моменти. Пам'ятаєте, Ярмоленко, Руїс, Ротань, тобто воно все спонукало до такого, знаєте, що якби от футбол десь трошки відійшов на інший план, правда ж? Ну, часто буває. Команди, коли, ну, да, які борються і які, ну, по класу своєму близькі. Ну, часто буває таке, що багато карточок, багато стиків, кожен хоче комусь щось доказати. Ну, то, по-моєму, нормально. Ну, головне, я просто хочу сказати, що ті от моменти треба переглянути, треба ще раз переглянути от, там, зараз дисциплінарним органом і давати якусь свою оцінку. Тому що ви кажете, там, такі футболісти є, вони так грають, така манера. Ні, так, можна повідбивати голову, скули повідбивати і все. Карточка вторая железна була, я ж не говорю. А виходиш на Євроарену і з 10-ї хвилини починаєш грати в меншості. Розумієте? Тобто ми десь тут дозволяємо, ми робимо відмежу послугу. Це треба відразу от припиняти. Ну, але якщо говорити про самі ігрові компоненти, Динамо то виграло в першому таймі, Едуарде? Ну, понятно. З перших минут стало понятно, що Динамо ці два матчі, які проіграли, да? Вот, з перших же минут стало понятно, що зовсім не устраивает їх положення діл, і поэтому вот разыграли, и сразу пошел Теодорчик прессинговать. Да? Уже видно настрой, видно, что какие задачи. Не дать Днепру, ну, никаких компонентов дышать свободно. То есть накрывали сразу же при малейшей возможности. У Днепра не получалось выйти нормально за счет того, что Динамо очень активно отбирало. И в то же время футболисты Днепра не всегда правильно принимали решения по выходу из прессинга. То есть, удивило, ну, то, что не давали поднимать голову. Футболисты не знали, как с этим справиться, как выходить с прессинга. Нужно вот, было не ввязываться в мелкий пас, а нужно было играть там на дальнего. Даже когда Динамо ошибалась, да, и тут же сразу следовала ошибка следующая, да, со стороны Днепра. То есть Днепру, у них не было возможности выдохнуть, грубо говоря, успокоиться, положить мяч, как-то контролировать его. Все время приходилось, ну, обороняться. Вот здесь простой пас, и это обычный, показательный, ну, момент. За счет того, что они уже устали, ну, за счет того, что их все время накрывают, они уже нервничают. И я же, вот когда перехват, и есть вроде бы куда побежать, и есть вроде бы кому отдать, есть адреса у человека, да, он все равно принимает решение за какое-то самое сложное, которое, ну, очень рискованное. Все, опять мяч потеряли, из-за этого все проблемы получались. Ну, эта передача шедевр, конечно, защитник не имеет права так обрабатывать, не глядя. Он должен хотя бы в полоборота видеть ситуацию. Он стоял лицом просто к Чигринскому, и когда пропустил, уже было поздно. 26 метров, в принципе, расстояние он проиграл одним своим касанием, ну, движением неправильным, и все. Ну, и Олег здесь посрамил скептиков, которые говорят, ветеран, ветеран. 26 метров было, он успел накрыть папу втором, и забить мяч. Во втором тайме там не 26 метров. Папа против папы заграл столько матчей, сколько мы, напевно, в эфир не вышли. Правда? Даже 26 метров. Ну, мы же просто разумеем, что это же разумение, это уже досвід. За те, і знаєте, якби, коли кажуть, що, ну, якби, досвідчені футболісти, їм, можливо, і не треба обов'язково багато бігати. А я скажу, мислити, шукати. Я на матчі був і бачив цей забіг во втором таймі Гусєва, да, практично там 50 метрів, він не проіграв в скорості більш молодим ребятам і зберіг м'яч. І, ну, тут возраст – це таке діло. Опит, возраст, якщо воно все вместе, то супер. Я хотел сказать, то есть ты хочешь сказать, что в свою команду, там, где вы там играете мини-футбол, пока рановато. Не берете, рановато. Да? Рановато. Еще рано. Я думаю, там... А на самом-то деле это очень показательный момент, потому что Олег говорит, что они разбирали такие моменты, которые связаны с игрой пары центральных защитников, и они вынудили, чтобы они вот именно ошибились в этой ситуации. И, как говорится, это был второй гол, который очень сильно повлиял на результат. Он дал Динамо уже играть вторым номером, играть по счету, по результату. Днепру уже нужно было идти вперед. Олеже, грати Удорчика, який постійно напружував захисників. Понравилась очень сильная его игра. Он очень сильно держал напряжение защитников. Папа Гуе, наверное,
после этой игры очень хорошо спал, потому что он ему не давал дышать. Самое главное, он всегда давал предложение. Вот даже мы видим простой выбив мяча, там оказывается Теодорчик, который цепляется, который дает возможность команде выйти в атаку. Вот сейчас мы видим, как Черинский вроде бы играет вместе с ним, но вот все внимание у него на мяч. А Теодорчик вот уже готов завершить. И чудом здесь получилось, что он не завершил эту атаку. Вообще Теодорчик вот сейчас очень хорошо начал выглядеть, понимая то, что он остался единственным форвардом, на котором лежит сейчас вся нагрузка, и от него очень многое ждут. И вот это количество созданных моментов им, конечно, немножко нужно ему успокоиться, потому что очень сильно хочет забить. И вот это желание мешает ему реализовывать те моменты, которые у него возникают. Ну, з іншого боку, бачите, що він може голову запхати туди, куди дехто може не піти. Він в боротьбі дуже сильно себе чує. Це одне з його сильних качеств. Тобто боротьба, він дуже сильно нагнітає. І той пресинг, який був у «Динамо», він же починається з нападаючого. Тому він перший, хто вступав в цей пресинг, хто направлял этот прессинг. И вот мы видим, как он открылся очень хорошо под этот пас. Немножко затормозил. И здесь направлял в доме, как говорится. И видно, что рикошет от ноги Лаштуки не позволил влететь мячу в сетку. Но забьет, если он будет так действовать и будет вот так работать. Чего не скажешь о его визави Зазуля. Но здесь надо сделать скидку. Все-таки первый тайм практически они не переходили на половину поля «Динамо». Он не снабжался хорошими передачами. Вот мы видим момент, это уже крик души, когда он пошел в отбор и показал Хачериди, что не все так просто. И мы умеем катиться и отбирать мячи. И вот, конечно, ключевой эпизод матча, когда он должен был решать. Я считаю, наверное, последствия травмы не дало ему здесь реализовать, потому что дал пас ему идеальный Матеус. Никто не мешал, было время направить. Делал все правильно, в одно касание, но не попал. Как не попасть, я, конечно, не могу этого понять. Так, в створ ворот хотя бы должен был попадать. Якщо говорити про гру все-таки нападники, от ми показали, наскільки якісніше працював Теодорчик, десь слабіше відіграв Зозуля, але тут залежність від півзахисників, наскільки я розумію, правда? Ну, конечно, нападающие – зависимые люди. Если тебя снабжают, и даже при всем желании Зозуля, и видно было, что он тоже много набегал и много наборолся, но когда мяч все время вверху, когда ты борешься с двумя там центральными высокими защитниками, ну, много не получится. Надо и подбор, нужны передачи, которые можно использовать, реализовать. Поэтому, конечно, полузащита в первую очередь. Хотелось бы вот по этой игре выделить два ключевых момента для Днепра. Первое – это то, что они оказались не готовы к прессингу совершенно. И удивило, что опытные игроки, они прекрасно должны были понимать, как выходить с этого прессинга. Но это такое. И второе, что большая группа футболистов выпала. Мы сейчас говорим Зазуля, центральные защитники. А где был Безус, который блестяще провел матч со Сталью? То есть многих ребят я не узнал. Они стушевались, некоторые начали закрываться. То есть попали в ситуацию, можно сказать, такую экстремальную. И они вот первые минуты, они не знали, что в этой ситуации делать. И этого хватило «Динамовцев» для того, чтобы создать хороший для себя гандикап, потом уже играть по результату спокойно. Тобто, якщо підсумувати те, що ми зараз говорили в студії, то можна прийти до висновку такого, що все рівно київське «Динамо» просто краще було готове до цього матчу, ніж Дніпропетровський «Дніпро». І психологічно, і морально, і десь, напевне, знаєте, в ігровому плані, тому що футболісти Дніпра, вони, знаєте, були якби, ну, не готові до, взагалі, до такої боротьби. Агресія ніби була, але чисто футбольної ігрової боротьби, от футболісти Дніпра були просто не готові. Як наслідок, дніпряни поступилися вже у першому весняному матчі чемпіонату, поступилися вони динамівцям, динамівці йдуть вперед, рухаються до чемпіонства, а Дніпро в наступному турі грати проти Шахтаря вдома. Ну і думаємо, що там буде зовсім по-іншому виглядати команда Мирона Маркевича.